Казахстан ввел новые правила для въезжающих из Узбекистана. Теперь Министерство иностранных дел просит граждан Узбекистана удостовериться, что у них нет препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Россию. Ведомство также предупредило, что в случае выявления казахстанскими властями правонарушения, совершенного в России, гражданина Узбекистана не пустят в страну или не выпустят из нее. МИД Узбекистана призвал граждан, планирующих поездки в Казахстан, проверить необходимые документы в связи с нововведениями. Отмечается, что призыв связан с двусторонними отношениями Казахстана и России о взаимном исполнении решений по административным и уголовным делам.